Приветствую, дорогие друзья! Сегодня будем делать с вами очередную мормышку для гирлянды. Также ее можно будет сделать и не только для гирлянды, отгрузив вольфрамовой головкой. То есть и тогда можно будет и не только на гирлянде ловить. Значит, мормыху эту прислал мне подписчик, показал, он на нее уже не первый год ловит, плотва, хорошо, отлично даже, как он говорил, отзывается на эту мормыху. Значит, крючок формы скут, 14 номер, вы берете, какой вам больше подходит, можно... Ну, как бы на плотву особо крупный я бы не ставил. 14, 16, 18 есть любители. Значит, берем белую нить и фиксируем ее на крючке. Немного вот так вот, немного я отступаю. И обматываем наш крючок. Далее беру вот такой вот люрекс. Вот такой вот он крученный есть. Такого вот цвета. И так же само фиксируем. И уходим до загиба. Вот где-то до этого момента. И теперь с помощью нашей нитки мы делаем вот здесь вот утолщение. Формируем белой нитью все наше тело. Мормышка это будет... У меня в четырех цветах: розовый, зеленый, оранжевый и лимонный. Такие ядовитые цвета. Так что тем, кто интересуется там мормышками по моему каталогу, значит, ссылочку я оставлю в описании. Теперь не надо никакое слово никуда писать, там будет ссылочка прямая на именно на группу. Кому интересно, заглядывайте в описание, и там будет ссылка, и вы заходите в группу. Ну и также все полезные ссылочки на интернет-магазин Fly Fishing, где я приобретаю большинство своих материалов, инструментов. Вот так вот, сильно толстое не делаем. Вот так вот достаточно. Делаем узелок. Узелок. И теперь берем наш люрекс, мы его натягиваем. Вот так вот, как видите, он выравнивается. Нам он, в принципе, ровный и нужен. И делаем, уже придерживая пальцем, делаем обмотку всего нашего тела. Шаг обмотки
Вы выбираете сами, какой вам нравится. Вот так дошли до края и фиксируем. Нашей белой ниткой. Лишнее обрезаем. И здесь так же само закрепили люрекс и так же само узелок и нить нашу обрезаем. Все, белая нам не понадобится. Дальше буду использовать вот такую вот розовую. Она не такая, как все, не знаю, какой материал, ну, есть. Брал ее в магазине Fly Fishing. Не знаю, честно, как она и называется. Но в ультрафиолете она светится очень-очень даже супер. И с помощью этой нитки формируем головку. Можно, если у вас, допустим, нет такой нитки, можно просто раскрасить маркером. Я думаю, особо от этого ничего не поменяется. Завязываем узелок, подтягиваем и обрезаем. То есть, как вы поняли, главное в этой мормыхе того, чего у вас не может быть, может не оказаться, это люрекс. Ну, можно его заменить каким-нибудь другим материалом, похожим на него. То есть, белая нитка, я думаю, не проблема. Здесь можно так же само или другой какой-нибудь ниткой яркой подмотать, или же просто подкрасить маркером. Далее берем, закрепляем и формируем всю нашу форму уже УФ-лаком. Я вот так вот хорошенько тоненьким слоем промазываю все тело. И делаем вот так вот немножечко у нас. Пока закрепляем, а потом еще сделаем бугорок. Как видите, розовая нить работает как точка атаки. Ну и еще пройдемся. Друзья, если вы хотите заняться нахлыстовой рыбалкой, пополнить свой модельный ряд различными приманками, приобрести новое удилище, то вам точно стоит обратиться в магазин flyfishing.com. Наши партнеры смогут помочь как в выборе аксессуаров для рыбалки, так и определиться с одеждой для различных погодных условий. По промокоду ММП или мормышки-мушки-покапушки получайте бонусы или скидки. Обо всех акциях уточняйте у продавца. Все это и многое другое вы можете найти в интернет-магазине flyfishing.com. Добавим на нашу спинку. Оп, что-то мой фонарик заводиловался. В ненужный момент.
Вот так вот закрепили. И по окончанию убираем липкость, у кого УФГ-гель липнет после высыхания. Убираем спиртом липкость. Так, сейчас покажу вам вес, скажу. В таком исполнении получается 0,08. Ну, 007, 008. Так что вот я еще делал зеленое, также вот лимонное и также оранжевое. Цвета, в принципе, можете выбирать сами, какие вам нравятся. Но как показывает практика, то есть это то, что замечал я, по плотве, по красноперке вообще отлично работает розовый и оранжевый. Эти цвета вообще супер. Так что делайте, повторяйте, ловите, подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Все приветствуется. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.